Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный. А необычный тем, что сегодня я позвал Вазочку на соревнование в битве строителей в Майнкрафте. За целых 5 минут нам нужно будет с ним построить по одной секретной базе и постараться найти вход в базу соперника. А главный приз то всего будет 25 тысяч рублей. Казалось бы, ну чего здесь необычно? А дело в том, что я сегодня буду жульничать. Я установил специальный датапак, который сам за тебя все строит. Все секретные базы. И базы настолько жесткие, что никто никогда их не сможет найти. Увидев такую базу, я бы, наверное, целый год искал в нее вход. Ну а перед тем, как мы пойдем троллить Вазочку, я надеюсь, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. А если еще нет, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Давайте попробуем набрать 20 тысяч лайков за такой крутой видос. Если вы захотите увидеть вторую часть битвы строителей, давайте реально наберем 20 тысяч лайков, и тогда сразу выходит. А также не забывайте подписываться на канал и на мой телеграм-канал. Ссылочка на которую есть в описании и прямо сейчас у вас на экране. Ну что, погнали троллить Вазочку. Ну что, Влад, ты готов отдавать все свои деньги? Что? Мы не договаривались, какие деньги? Да на 25 тысяч играем. А? Ладно, 26 тысяч. Все, захожу. Серьезно, его так было легко обмануть сейчас? Ну ладно. В курсе, что я тебя слышу? Нет. Так вот, знаю, я тебя слышу. Поэтому сегодня я тебя буду обманывать своими бункерами. Это я сделаю самый лучший бункер. Ты никогда не сможешь найти вход в мою секретную базу. Ты уверен, тут же пустота. Если будет дырка, значит будет вход. Ладно, все, давай погнали. У нас с тобой будет целых 5 минут, чтобы все это сделать. Но подожди, я для начала сначала открою телефон. Кстати, у меня есть телефон. У тебя есть телефон? Вот, это телефон. Все, не, это звуки называется. На счет 3 время начнет идти. Раз, два, три. Ну что, ребят, у нас всего лишь сейчас с вами есть 5 минуточек, чтобы сделать секретную базу. Но это будет делать очень тяжело, и я знаю, как мы с вами это сможем исправить. Я небольшой мастак строить какие-то секретные базы, поэтому я подготовился. Я установил датапак, который добавляет секретные двери. Я вам сейчас одну продемонстрирую. Если что, это секретный вход в базу, замаскированный под кровать. Нажимаем на кровати, открывается секретный проход. Это просто шикарно. Этим мы с вами сегодня будем пользоваться. Будем его обманывать, он никогда не сможет сделать нормальную базу, потому что я сделаю лучше. Давайте-ка с вами сделаем тогда домик сейчас. У нас, если что, разрешен World Edit. Мне кажется, он не будет против. Но нужно еще и бревна приготовить. Сейчас сделаем все нормально. Интересно, чем он сейчас там занимается? Вот и все. Вот я и обманул этого дурачка. Что, думали, я тут сниматься буду? Нет, я полетел уже. Нет, ладно, на самом деле у меня есть одна идея. Прокопать до полного днища и сделать на одном из этажей себе вагонетку. И надо будет, пока ты падаешь, в эту вагонетку упасть. Но чтобы не было все так просто, я сделаю кучу вот таких вот дырок отвлекающих, в которые он будет лететь и осматриваться, и думать, что в них подвох. Но на самом деле подвох не в них будет. Самое основное у нас уже с вами готово. А осталось только сделать дверь. Теперь нам нужно с вами побыстрее сделать крышу. Остается всего лишь 3 минуты. Плита, 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 нужна плита. Вот, вот эту возьмем. Ставим сюда. Ставим сюда. Солнцелэп. Все, готово. Что-нибудь еще нужно сделать, что-нибудь еще сделать. Давайте тогда сделаем вот так. Опа. Отлично. Слушайте, а дом выглядит очень даже неплохо. Мне уже нравится. Только вот здесь мы с вами немножечко подправим. Все, отлично. Теперь нужно сделать так, чтобы он как-то затупил, что ли. Давайте добавим кнопки. Он должен будет на все их протыкать, чтобы понять, как все-таки открывается вход в секретную базу. Рельсы, шпалы, кирпичи. У тебя летит стак алмазов. И когда я буду падать, я могу... Блин, тяжело. Ой, а неужели не могу? Могу! Все, супер, супер, супер. Вот у нас будет бункер. Давайте я сейчас просто сделаю бункер из сундука с алмазами. Очень оригинально, очень круто. Не, давайте мы сейчас реально сделаем оригинально. Я придумал вообще гениальную штуку. Опа, опа, опа. Слушайте, он, мне кажется, здесь 100% потеряется. Это ж невозможно идти таким образом вход. Слушайте, я просто гений, я гениален. Я теперь самый лучший строитель, мне кажется. Так, и нужно добавить еще пару сундучков, наверное. Это все-таки домик мы с вами делаем. Делаем еще верстак. И может петь. Печку добавить. Печка. Слушайте, есть идея. Так, надо быстрее наковальню. Берем бумагу, закидываем ее сюда и переименовываем. Прочитал. Лох. Вы не читайте главное. А, остается 39 секунд. Так, надо еще здесь что-нибудь подготовить. И мы вот так вот все застраиваем. Просто, ну, довольно внушительное место, внушительный размер, чтобы он точно не нашел. Все, время вышло. Влад, ну что, как ты там? А, все, последний штришка. Ладно, я тебе дам сейчас небольшую фору. Я уже все приготовил. Давай, наверное, ты все-таки в самом начале попробуешь найти си... Ого. Ты что сделал? Это что?
Ладно, ладно, давай-ка сначала пройдем ко мне. Давай. А что искать? Ну вот, я нашел. Это твой бункер. Да, но найди вход в секретный бункер. Я тебе дам подсказку. Кое-что здесь можно активировать. Ну это логично было. Подожди, а мне может не выживание, чтобы реалистично? Ну давай, зайди в выживание. Вот, я такой прихожу. Ой, Акаки, здравствуй. Привет. Ты сказал, что у тебя здесь есть какие-то секьюрити, страшные вещи, которые нельзя найти. Так вот, я сейчас возьму и найду все. Логично, что какая-то из этих кнопок по-любому сработает. А может это код? А ты мог вообще, ну в теории, за это время сделать пин-код механизм? По идее, да. Я, кстати, тут давай еще немножечко тебе усложню задачу. Да убери, убрал. Я не видел, где ты поставил. Ну ты проверь верстак, проверь сундук. Может в печке что-нибудь спрятано. В печке спрятано, кстати, было что-то. Прочитал. Акакий. Обалдел, что ли? Тут не работает ничего. А сундук? А верстак? Верстак я кое-что спрятал. Верстак. Нету. В верстаке ты что-то спрятал? Да. А ты видел? Может, снаружи что-нибудь еще будет? Меня отводишь, да, чего-то? Ну-ка. Я сейчас протыкаю просто все про кнопку мыши тут. Пипу-пипу-пипу-пипу-пипу-пипу-пипу. Не работает. Все, я пошел спать. Какой спать? День на дворе. И все! О, нифига у тебя. Слушай, я тебе не такое оставил. У меня там... Ну, ты увидишь. Все, удачи, ты закрыл. Или это... Подожди, я выживание. Ну-ка, дай-ка я вылезу. Все, я запаркурил. Нифига. Ладно, давай-ка посмотрим, что ты все-таки там сделал. Давай. В общем, у меня двухсложная она. Тебе, во-первых, надо найти вход, а во-вторых, в этом входе надо еще найти вход. Че? Подожди, а как я это? Ты издеваешься? Мне все открывать? Да не-не-не-не. Чисто по логике где-то в середине должно быть. Ты что там делаешь? А ну иди сюда, моральную поддержку устраивай. Давай, у тебя обязательно что-то получится. Ты откроешь все 500 миллиардов этих дверей и когда-нибудь донайдешь. Вперед! Ух, я должен тоже в выживании находить это, да? Так вот, я о тебе решил позаботиться и сделал все-таки не все поле из них, а вот такую вот маленькую часть, небольшую. Спасибо! Слушай, давай пока я открываю, ты анекдот, что ли, расскажешь какой-нибудь? Ну ты нашел, кого позвать в такой ролик, конечно. У меня, кстати, следующая будет еще жестче, поприкольнее. Слушай, по технологичности я пока что выиграл. Блин, задолбал. Давай, короче, это не в той стороне. Давай в другую. Ты издеваешься? Вот здесь давай. Вот здесь? Я не помню сам. Ну ничего, возможно, скоро ты уже придешь. Парирумчик, парирумчик, парирулирари. А может, ты хочешь прямо сейчас сдаться? Подожди. Не-не-не-не-не, я не сдамся, я не сдамся. Я поставил себе... А вдруг ты не найдешь? Ой. А ты понял, в чем прикол? Это не то, да? Не, ну смотри, чтобы понять, надо упасть по-любому. Ну не в самый, вообще просто упасть надо. И может быть ты что-то не увидишь. Я специально сделал кучу дырок, чтобы ты не нашел. Ладно, давай еще раз. Давай. А, стоп, слушай, я, кажется, там что-то видел. Я видел вагонетку! A few moments later. Нет, ты можешь признать поражение совести. Я смог. А, прикольно, сундуки, я забираю их. А бревна? А... Там акации целые. О! Я для тебя оставил. Это... Спасибо! Чтобы ты не выбрался отсюда. А! Ну, давай будем честны. Я победил. Почему? В этом раунде я победил. Это 100%. Даже не спорь со мной. 100% нет, потому что ты искал дольше мое. Ну, блин, давай я так же сделаю. Ты не сможешь найти. Уверен? Короче, давай, чё мы с тобой спорим? Это неправильно. Мы с тобой лучшие друзья. Братья, считай. Поэтому, подписчики, сами выбирайте, кто же победил. Я или Акакий. Что? Да нет, ничего. Все ну хорошо. Ладно, второй раунд, ты готов? Ты уже придумал я... что-нибудь? Да. Ну раз ты придумал, погнали тогда. Время, раз, два, три. Я не умею считать пока. Все, он замьютился, и смотрите, какая у меня все-таки идея. Ого, он мне кинул дверь. Дверь из темного дуба, она мне не нужна. Есть еще одна дверь в секретную базу, и называется она Тридор. То есть это просто дерево, которое может открыться. Смотрите, это вроде как обычное дерево, но здесь есть кнопка. Кнопки еще в нужном порядке нажимать. Как только все кнопки нажаты, идет открывание двери. Это просто шикарно, только вот... Как ее... Вот, все, я закрыл обратно. Но я не хочу сейчас строить здесь деревья, поэтому мы сейчас с вами сделаем намного проще. Не зря же я устанавливал World Edit. Он нам сейчас с вами пригодится. Смотрите, мы выделяем две точки. Как-нибудь вот так вот. И прописываем Forest OAK.
Все. Здесь теперь очень много деревьев. И даже я при всем желании не смогу сейчас найти. А я нашел. Надо бы как-нибудь вот так вот скрыть. Во. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Ну, блин, можно же так найти, да? Ну да, можно. Мне кажется, он в жизни здесь ничего не найдет. Но есть одно но. Нужно еще что-нибудь там спрятать. Значит, что я придумал на этот раз? Мы берем дверь, которую я выбросил, так сказать, показательно. Она называется Dark дверь. Ой, а мне кажется, она будет вся неполная дверь, да? Да, так я и думал. Поэтому сверху мы сделаем еще один ряд дверей. Только уже вот таких. Ой, что я сделал? А я не знаю тогда, что мне делать. Ладно, хорошо, хорошо. План Б, план Б, план Б. Кнопка, 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 кнопка. Все, я придумал. Вот, золотая комната. Ну, нужно, наверное, еще для приличия дверь поставить. Во, готово. И тут сундучок какой-нибудь. Или табличку. Давайте табличку. Я табличку уже приготовил. А что там написано, узнаете чуть позже. Я придумал. Нет, на всякий случай, ладно, пропишем хил. Акакий. Все, работает, да? Ставим кнопочку. И начинаем шоу. Так скажем, капец, я гений. Что я придумал? На самом деле, это первое, что пришло в голову, потому что я реально ничего не придумал. Он когда залетит, он офигеет. Давайте еще раз бросаем вот так вот двери везде. А я же могу еще вот так попробовать сделать. Ну-ка. О, все, сработало. Опа, время вышло. Влад, время. Ладно, мне жаль тебя. Готово? Уже можно, да, смотреть? Да, конечно. Ты чё? Ну там зато подарок, если ты найдешь, это вообще круто будет. Тебе очень понравится. Я тебе отвечаю, прям зайдет. Гадёныш. Ладно. О! Я не смотрела, что это. Ищи такое? Секретную базу тогда. Ля-ля-ля, я маленькая девочка, прогуливаясь по лесу. Ой, ты постарался, конечно. Как ты деревья столько посадил? А, это было очень легко. Есть такая фигня, как World Edit называется. А ты мог в теории там сделать? Где? Нет, там нельзя. Только на территории, где мы с тобой должны строить. Мне предлагаешь везде бегать по всему лесу искать? А вдруг ты под деревом просто закопал каким-нибудь? Хорошо, скажи честно, мне надо копать? А, нет, копать не надо. Ну, можно по запаху, в принципе, ты побёр. Хорошо, проблема в том, что тут все из дерева состоит, так что запах сбивается. А может, одно из деревьев, оно фейковое? Может, тогда ты сможешь чуять? О, я буду их ломать, короче. Ну-ка, я сейчас проверю, как обычно ломаются. Так. Все, и теперь я буду ходить их бить. Если они не будут ломаться, значит, по-любому оно необычное ломается. Я так понял, ты здесь надолго. Все, я устал. Давай подсказку, я задолбался. Хорошо, ты близко находишься. Хорошо, спасибо, ладно, нормальная подсказка. О, я наверх, кстати, не залазил, подожди. Ну тупизм какой-то, Да нет здесь тупизма никакого. О, подожди. Нет, я вижу кнопку, я не дурак, подожди, мне просто интересно. Оп, ладно. А так? А что это дает вообще? Это? Ничего, это обычная кнопка на дереве, ты чё? Офигеть, что? Да, нет! Думаешь, я потеряю? Где? Нет. Давай, давай, оно сейчас должно быть голым. Я раздену это дерево, я раздену его. Ладно. Офигеть. Фига красиво. И что там? Ну ты для меня, надеюсь, что-то хорошее приготовил. Темно стало. Как мило. Только почему тут темно стало резко? Я будто в хоррор попал. Да в смысле темно? Красная светящаяся надпись, ты издеваешься? Стоит на месте. Нет ничего такого. Здесь не темно. Ты чё меня обманываешь? Все, хорошо, спасибо. Ну хорошо, ты победил. Молодец, все. Я её... А, нет, фигали. Нет, ты не победил. Я вообще-то... Не-не-не, первое слово дороже второго. Я победил. Первое слово съела корова. А железный крокодил ту корову проглотил. А он дебил, походу. Слушай, я пошел тогда искать, да? А, да, да, давай. Ты забыл уже, да? Да. Хорошо, я такой в сурвайвале, двери какие-то неправильные. Я просто их сломал, это было, ну типа, короче, это не то, что я хотел. Я хотел сначала с дверьми что-то сделать, они у меня поломались, у меня не получилось ничего. Я резко, прям за секунду придумал другое испытание. Ну ладно, то есть я должен на все кнопки нажать, да? Наверное, с утешительным призом. Да нет, да ты издеваешься! Давай, их на сей раз смотри, вообще немного. Ну так-то да, по факту немного, но все равно не хочется все это дело открывать. Ну а что поделать? Это все, это загадочник. Слушай, я уже устал как-то. Давай ты сейчас все протыкаешь, и я посмотрю, работает ли это вообще или нет. Ты че, обалдел? Ты не проверил свой собственный механизм? А ты молодец, ты гений получается. Вот мне кажется, с моей удачей все самое последнее окажется верным. Ай, ладно. Поздравляю, ты победил! Да. Командный блок с киллом. Окей. У нас очень честные получились эти призы, да? Ты мне комплимент, а ты умер. Да, спасибо! Спасибо тебе большое! Последний раунд. Ты готов? Да. Здесь уже решится все. Кто получит 25 тысяч, а кто ты?
Да, я пошутил, я пошутил. Там 26 тысяч, я же обещал. Да, да, да. Не так нравится, убавьте. Я уверен, что решите вы. Я не буду его слушать. Он подсуживает сам себе, а вы независимые судьи. Let's go в чат, ой, да, в комментарии. Как думаете, кто победит? Акаки или Влада Вазовна? Да это миф, ее не существует, хватит. Погнали, последний раунд. Ты готов? Я готов. Досчитаю до трех. Раз. А где три? Где два? Ну ладно. Время пошло. О, слушайте, а он неплохо делает. Я даже немножечко удивлен, но я знаю, что сделать. Смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. У нас есть вот такой вот сундук, который с небольшим приколом. Его можно открыть, да? Прикольно. И в него, собственно, можно пробраться. И здесь давайте тогда сделаем еще одну комнатку. Пока что в ней ничего не будем делать, а сундучок закроем. Ого. Обсидиан, что ли? Ну ладно. Но это всего лишь один сундук, и надо что-нибудь новое придумать. Давайте понаставим очень много сундуков в рандомные точки так, чтобы он немножко запутался. Короче, я сделаю просто дверь. Интересно, он же помнит, что тут было, он нажмет на них или... Просто ставлю две кнопки им. Ну ладно, а суть будет в другом. В общем, в чем самый прикол? Мы возьмем снег, вот этот вот новый. Прокопаем яму где-нибудь. Вот здесь, да, допустим. Я придумал. Мне надо сделать портал в ад вот где-то здесь. Все будет у нас в этом снегу. Точно, две ямы. Если он пойдет не в правильную яму, он умрет. Если же в правильную, то поздравляю его. Не, давайте даже магму засунем туда, чтобы ему было больнее умирать. И сделаем еще одну гадость тогда. Смотрите, мы здесь с вами сделаем небольшую стену. Set Oak Planks. Во, хорошо. Копируем это все. Прописываем. Stack 10. Во, отлично. Теперь еще раз это все копируем. Хотя, подождите, можно, наверное, даже еще один сундучок так поставить. Копируем это все. И прописываем также Stack 10. Опа, еще сундучки. Так, ну, наверное, можно даже побольше сделать. Например, стак 20. Во, вот так вот. Хорошо. Мы сделаем тут просто горы. Я, короче, не могу, походу, себе это самое сделать. Кого? Я не договариваю слова. Ну, молодец, я что-то сплю уже. Делаем ему эти ловушки. Делаем прям такую снежную глыбу большую такую. И пусть он будет в ней бродить, ходить. И когда он попадет в ад, он увидит огромную табличку в виде «Кто прочитал, тот лох». Надо же отомстить, а то что он мне такую же оставлял? Ой. А время уже вышло. Давайте не будем про это говорить. Все, хорошо, у нас все готово. Влад! Секундочку! Какую секундочку? Не буду ждать! Сейчас приду! Нет! Стой! Нельзя! Ладно! A few moments later. Ё-моё. Ладно. Ё-моё. Ну чё, кто первый? Я первый, потому что то, что у меня, должно быть в конце видео. Ну хорошо, давай, погнал. Погнал, пошел, все. Ты уже представляешь, что здесь вообще может храниться? Да, кнопка. Могу тебе так кнопку дать, если хочешь. Нет, тогда не надо, так неинтересно. Ну вот она. Держи. Не надо, мне не нужна. А если бревно предложу? За кнопку? Да. Давай кнопку, хорошо. Да. Обманул на кнопку легчайше. Всем... Ладно. Ты чё, хотел обмануть меня на кнопку? Не получится. Я уверен, все эти сундуки стоят для отвлечения внимания, и самое главное находится здесь. Они же не просто так все выставлены. Ну да, я с тобой согласен. Может, мне вообще обойтись сзади? Ну-ка. Не надо! Здесь же ничего нету. А, подожди, ты пропустил реально кое-что. Да кого ты ее поставил только что? Кого? Кнопку эту. Нет. Ты ее поставил. Нет. Ну, наверху я тебе могу подсказать то, что ничего нету. Так же, как и здесь, правильно понимаю? Не, здесь-то должно быть. Но ты пропускаешь третий ряд, четвертый ряд. Да, потому что так неудобно, я знаю, что надо делать. Все хорошо. А я могу ломать что-нибудь? Нет, ничего нельзя ломать. Ладно, я могу отдыхать пока что, я вообще ничего не буду делать. Реально третий ряд идти, хорошо. Слушай, а помнишь, два раунда подряд ты заставил меня что-то открывать, там, кнопки нажимать, да? Ну, это вообще трэш, мне еще кнопку Е нажимать, чтобы убрать инвентарь. А вдруг я сейчас так быстро проскипну и даже не увижу, что там лежит. Ну, кстати, возможно, потому что я там кое-что незаметное поставил. Что ты издеваешься? Фигню какую-то сделал. Ты, кстати, скорее всего, уже пропустил. Я не помню, какая именно, но вроде пропустил. Не ломать! Да он бесит меня. А что? Что, этот сундук именно? Да, я в него врезаюсь вечно. Ладно, я его уберу. И этот тоже. Ладно! Они мешают мне ходить, я и так тут задолбался. Так, где я остановился? Черт, опять все заново открывать. Че, надоело открывать сундуки, да, большие? Решил по маленьким пойти. Ну давай, здесь их всего лишь около сотни. Ну ладно, 50 где-то. По-любому меньше, чем там. О! Нет.
А почему он не с первого раза открылся? Я на него 3 раза сейчас тыкнул. И я такой, ага, ну тут что-то странное. И тут на тебе, ну-ка, какой подарок ты сей раз мне сделал? Ага, кнопка. Такой оригинальный, Сережа. Я и думал, ты там реально что-то придумал интересное. Ты вообще просто украл. Я считаю, за это мне автоматом победа дается. Ты просто украл мне идею. Нет. Просто украл, нагло. Нет. Задача была сделать просто секретный вход. Я его сделал. Ну ты нагло украл это вообще. Давай сюда иди, иди ко мне, все. Сейчас твоя очередь. Почему они на странных блоках? Потому что это блок моха, по-моему. Это просто с прошлого осталось, я решил не выбирать. Ладно, погнали. Я так понял, секрет спрятан где-то здесь. Может, тут так же, как и с твоими сундуками, а по бокам столько снега еще валяется? Ну, это я понял, но мне кажется, все-таки здесь где-то спрятано. Правда, я боюсь, от переохлаждения скорее умру. Да, уже начал. Вот, видишь, поэтому тут немного. Сейчас ты отэтываешься и еще поищи, поищи. Также скажу, тут есть ловушка. Тебе не стыдно ловушки делать? Я никогда вот тебе ловушек не делал, никогда. Все это видео, это ловушка. Мне сказали, что будет весело, надо мной издеваются. Никто над тобой не издевается, что ты обманываешь? Нет, я сундуки открывал, они мне будут сниться. И хорошо. Я большую часть основного снега проверил. Снегирь. Снегирь, такая красивая птица, боже мой. Просто с нифига решил сказать, снегирь, красивая птица. Нет, а кто за, ставьте лайк, это реально. Слушай, мне кажется, меня где-то немножечко обманывают. Нет, честно, вот сейчас честно говорю, здесь есть 2 прохода. Один ведущий куда надо, второй ведущий... Никуда надо. Да-да, не стоит туда падать. Я пока смотрю... О, ну почему ты сразу сюда попал? Подал отсек. Подал отсек. Что там? Заходи, там подал отсек. Очень ходосенький, миленький подал. Ладно, я тебе поверю. Конечно, мы же друзья, как ты мне можешь не верить? И выйти, выйти быстро! Это обманка! Ага. Хорошо, я тебя понял. Но я все равно выиграл. Нет, с чего ради? Ну, по моему мнению, я выиграл. Слушай, мне кажется, что я победил во всем вообще в жизни. Слушай, ну я 100% победил. Все, я победил. Подпишите. Хорошо, я победил. Хорошо, я согласен. Я согласен на победу, я выиграл. Ладно, раз ты согласен на мою победу, так уж и быть, так и сделаем. Я рад, что ты вообще согласен, что я победил. Все, спасибо. Ладно, на самом деле, ребят, давайте вы будете сами уже решать, кто победил. Но как по мне, победил дружба. Пила такая есть. Кстати, у меня второе имя дружба, поэтому... Моя фамилия дружба. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, вы хотите увидеть вторую часть, где Вазочка 100% опять проиграет. Он же всегда проигрывает. Ты что делаешь? Ты ломаю твою постройки. Ты что делаешь, а? Всем еще раз спасибо за просмотр. А с вами был Акаки. И Влад Вазочка. Влада Вазовна. Нету такой, это миф. Ее придумали. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова. Пока!